блин, ничего не понимаю. Второй день ставлю машину на зарядку, забираю, а она не заряженная. Сейчас мужу покажу, пусть разбирается. Это что, проблема какая-то? Или что это? Сегодня среда, 12:40, я еду домой и по дороге домой заскочу в магазин, заберу продукты, которые заказал мой муж, потом приеду домой, поем, помою Леночку, она вчера не успела душ принять, потом я отвезу ее на урок пианино, потом я должна получить свою хобу патиссье, я все-таки купила тестомешалку эту, купила совершенно другую, в общем, понравилась мне та, которая была в Лидле за 49 евро, а купила ту, которая была на Амазоне за 130, вот, поэтому сегодня она должна быть доставлена, пока Леночка будет на уроке пианино, я съезжу в банк, подпишу там одну бумагу, которую нужно подписать для того, чтобы открыть компт конжуа, и заберу потом Леночку. Слушай, видите, какие у меня планы наполеоновские? Заберу потом Леночку с урока фортепиано, поедем с ней в магазин, купим продукты, которые нужны для того, чтобы приготовить свой первый пирог. Ну, первый, скорее всего, буду готовить те, которые я уже умею готовить, но в этой тестомешалке. Вот. Это все или еще что-то? А, ну и машину сейчас мужу своему покажу, пусть он посмотрит, что такое, почему она не зарядилась. И главное, вчера я тоже поставила ее на зарядку, она была чуть 40%, забрала ее, она была 70%, это ненормально. И сегодня я ее забрала, как поставила на 40%, так я ее за 40% и забираю обратно. Может, что-то сломалось, не знаю. В общем, сейчас покажу мужу, поставлю, пусть разбирается. Слушайте, наверное, муж посмотрел мой влог, когда я жаловалась, что у нас еды никогда дома никакой нет, потому что он заказ сделал. Смотрите, у меня просто машина заполнена. Это багажник заполнен полностью, плюс все сзади. Еще вот сюда я сложила аж две коробки яиц. Наверное, он меня пожалел, сказал, бедная, она вечно голодная ходит. Накуплю я еды много-много, пусть ест, отъедается. Да, она так радуется, что я пришла. Ай, оси. Где? Ну, все, спасем. Ну. Валя, подкеля. Смотрите, у меня здесь повсюду лимоны валяются. Я так думаю, что мадемуазель путает их с мячиками теннисными. И рвет, наверное, лимоны с дерева. И потом с ними играет по всему саду. Ты что, лимоны тыришь? Ты лимоны, что ли, воруешь, да? Ты что, лимоны воруешь? Ну, нет, не прыгай, у меня платье белое с черным. Ну, давай. О, любовь на всю жизнь. Доем быстренько гиоза, которые у меня оставались в пакете. Тут целая тарелка их получилась. Пока Леночка там бултыхается в пенке. Стэйси, выйди оттуда. Леночка, пока мы едем, повторяет нотки. Он будто я аж пробки, значит. Пошли. Леночка переживает, что я на таких каблучках, и тут грияешь как по-русски. Ну, в общем, вот эта вот штука. Но я уже настолько привыкла, у меня просто кабинет такой, что когда заходишь, примерно такие штуки есть. Поэтому я сюда на носочках так оп-оп, привыкла уже. Так, пока Леночка пойдет заниматься, я в банк быстренько, там какую-то бумажку надо подписать. Потом за ней приеду. В этом курочки есть. Мне тут муж на днях сказал, говорит, tu vis sans l'heure, типа, ты живешь 100 километров в час, ну, типа, со скоростью 100 километров в час. Я так удивилась и говорю, очень любопытно твое мнение, потому что я, например, считаю, что я вообще просто ничего не делаю в течение дня, никаких результатов у меня нет. И он мне тогда сказал, ты попробуй записывать, что ты сделала, даже маленькие вещи, там, развесила одежду, отвезла ребенка, привезла ребенка, сбегала в магазин, там, не знаю, купила кофе, там, образно. Я когда сделала это на протяжении 3 дней, я даже больше скажу, я, наверное, со скоростью 120 километров в час все-таки живу. Это, наверное, все так сейчас живут.
все успеете. Особенно, когда у тебя двое детей и трое животных. Да. Ладно, еду в банк, подпишу бумажку. Заеду домой, потому что я забыла деньги. А так я могу в банке снять деньги. Ну, блин, уже ты его. Жужука снял деньги за урок и положил их на стол. Вот. Чего я буду свои снимать, правильно? Он же уже дал, вот и возьму. Свои не надо тратить. Девочковые деньги, это девочковые. Не надо их снимать, что-то там тратить. Блин, мне так стыдно. Я, короче, пришла документы подписать и заодно забрала свою чековую книжку. И, в общем, предыстория. Несколько дней назад я решила не пить больше шоколад. Потому что я выпиваю утром один шоколад, когда прихожу на работу. Потом в 10:45 еще мне приносит оливье. И это не шоколад второй, а это называется Dame Blanche. Белая женщина, типа капучино, да, но очень сладкое. Это очень вкусно, но я решила больше не пить шоколад, потому что очень много сахара. И, в общем, я ему вчера сказала, говорю, ты мне не приноси тогда больше ни шоколад, ни эту Dame Blanche, приноси мне обычный кофе. Вот он мне принес в 10:45 кофе, а я утром уже выпила одну чашку. И, в общем, у меня руки трясутся. Я, блин, эти бумаги подписывала, у меня все вот так вот. Наверное, подумала, какая-то бешеная, блин, женщина. Но я не бешеная, я просто выпила много кофе. Кстати, пока сидела в банке, посмотрела, мне пришло сообщение, что робот, которого я заказала, ну это, блин, тестомешалка. Она была доставлена. Так что все окей. Дисери! Ты peux envoyer message à Julien Frenon? Que souhaitez-vous dire? C'est bon, mon amour. J'ai signé les papiers au banque et j'ai récupéré mon chéquier en même temps. Point. Votre message à Julien dit: c'est bon, mon amour, j'ai signé les papiers en banque et j'ai récupéré mon chéquier en même temps. Dois-je l'envoyer? Oui. D'accord, c'est envoyé. Ой, еду теперь за Леночкой. Мы решили сходить в магазин, сразу купить все, что нужно. И купили вот такую вот штучку. Это что у нас? О, чтобы делать. Просто мы самое недорогое взяли за 5 евро. Потому что все остальное что-то 18 евро, 13, вообще просто такая штучка. Это 17 евро, и мы ее разобьем. Вот это 12, она чуть-чуть поглубже, чем то, что мы взяли. Ну, еще здесь всяких много всяких штучек. Ну, давай сегодня не будем разоряться, давай с одного чего-то начнем. Пойдем. Что-то мы по ценам вообще запутались. Ну да, это Санконт, здесь их 10 штук, да. А здесь тоже 50 литров, мусорные пакеты мы сейчас смотрим. Почти 10 евро, 9,90. Это 6,65. Блин, мусор покупаем, вообще обалдеть. Какой самый недорогой? Вот этот получается, да? Да. Бери. Так, теперь разобрать вот эти вот все пакеты. И потом можно приступать к разборке этого самого робота. Давай, начинаем. Ага, значит, я сразу достала, здесь есть инструкция на английском, на французском, на немецком, на испанском и на итальянском. Неплохо. Спатюль, лопаточка, видимо, в подарок такая. И, собственно говоря, сам робот. Как бы мне его достать аккуратненько так. Хочу аккуратненько, ненавязчиво достать эту машину отсюда. Но пока не понимаю как. Поэтому я выключу камеру, чтобы не позориться. И достану эту штуку оттуда. Теперь это выглядит немного лучше. Да. Это, я так понимаю, защитная крышечка, которая будет защищать тесто, которое захочет убежать. Оп. Тоже пришла смотреть? Тоже хочешь, да? Алло. Да, мама, да.
Ага, кучерявые волосы. От косички. Оп. Ну и что ты прыгаешь? Мы тебя показываем или вот это? Ну и... Это что ты думаешь? На, вот пока подумай. Это знаешь для чего? Нет. Это здесь знаете, что есть? Такая штучка, это, видимо, яйцо сюда. Кладешь яйцо, остается? Белок стекает, да, а желток остается. Вот это же должна подниматься штука. А? Такой вот веничек для взбивания яиц. Ну, короче, поняли, да? Я вам ничего не расскажу, потому что здесь лента. Оп. Это. И все металлическое, главное, не пластик. Это. Вот сейчас готов будем делать это. А это для того, чтобы месить какое-то жопу. Ой. А это чтобы месить какое-то такое тесто там для пельменей, например. Ну и большая чаша. Анонсировала, что это... Ленечка, я хочу рассказать. Это дай мне рассказать. Это сасы по липету аплюдье. На клавах и попали миножили. Сасы по фиале пет по легето. Это ля по блондеф. Окей? Но чаша анонсировала 6 литров и 2. 6 литров 200. Ну, а я так поняла, что она где-то литров на 5. Ну что, будем пробовать? Приготовить готовый шоколад. Мы купили все продукты, мы сейчас сделаем шоколадный пирог. Давай вот это все сначала. А, не, подожди. Давай это пока не выкидывать. Вдруг он не работает, придется назад отдавать. Давай, проверим сначала все. Мы уже поставили яйца взбивать. Сначала перепутали вот эту штуку, использовали, а потом поняли, что надо другую, стали яйца взбивать на скорости 6. Вот пока взбивается фен. Шумный, ну да, в принципе, достаточно шумный. Очень классное получилось тесто такое. Чуть-чуть с бульбочками, но они сейчас пройдут. Ну давайте помещаем в духовку. Спасибо за работу. Они хотят сейчас попробовать. Сейчас, правда, 18 часов уже вечера. Обычно мы в это время пироги не пробуем. Но Тео пришел с футбола, ему можно. Уж много калорий там потратил. Конца? Вот, это Алина. Пожалуйста. Вот, в общем, вот такой он получился. Внутри немножечко пропитался, я на него немного крема налила. Остатка. Ну, вы обжоры. Даже за стол. Ты бом? Милый. Ты бом? Он ну тупочи, тупочи, тупочи. Вау. И моли. Моли? Угу. Браво, Лина. Там я веселю готова. Браво, Рубу. Ну, что ты тут сидишь, обиженный? Маня, там тоже дядя Кремов. Короче, вы не поверите, что я делаю. Детям так понравился этот мой пирог. Я Аня похвалила, сказала, все так классно работает, все так офигенно. В общем, я психанула и делаю еще один. На работу отнесу завтра. Ну, может, не целый, там половину как-то порежу, поделю между теми людьми, кому хочу похвастаться своим пирогом шоколадным. Ну, так легко делается, там пару ингредиентов буквально. Яйца, сахар, мука, ванилин. Масло, ну какое-то масло, чтобы без запаха было. Что там еще? И молоко. И все, понимаете? Ничего другого там нет. И какао, естественно. Так легко делается, а с этим роботом вообще просто. Я его люблю, мне кажется, пока больше, чем мужа. Тем более, что мужа до сих пор нет. Уже фиг знает сколько времени, уже 7 часов и 10 минут мужа до сих пор нет. Ну, он в теннис, как всегда, играет. Вот. А потом мне приходят
счета за парковку в непонятных местах, вообще очень далеко от тенниса. Короче, неважно. Самое главное, я сейчас сделаю этот пирог. Я пошла в студию, нашла вот такую коробочку, чтобы его как-то туда отнести. Я не знаю, сколько здесь, 2-3 кусочка поместится. Я еще поищу. У меня стопудово где-то еще коробочки есть. Короче, завтра буду шоколадный пирог раздавать на работе. Вот это меня понесло. В общем, я закончила. Это наш пирог. Это я сделала для работы. Заняться мне нечем, блин. H2. Ну, я порежу кусочками, каждому по кусочку принесу. Каждому, я не знаю, кому я не буду 144 человека кормить. Ну, там, пару человек, которых я именно знаю. Завтра принесу этот пирог. Ну, вот чем я занимаюсь, блин. Но мне еще осталось очень много идей, поэтому эта машинка будет работать еще долго. Завтра, нет, завтра не буду, потому что еще на завтра много здесь всего. Послезавтра или послезавтра еще с этой машинкой сделаем лимонный пирог. Я его вот люблю. А пока можно поподглядывать. Тут муж приехал с тенниса и сразу делает картошечку с грибочками и курочку. Все очень простенько. Курочка мне, картошечка им. Логично. И приготовлю. Као, какао, 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 какао. Понравился наш канал? Не забудь подписаться и жми на колокольчик, чтобы получать уведомления о новых видео.